Муфтият призвал дагестанцев следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Причина – резкий рост зараженных коронавирусом. С обращением выступил председатель Муфтията Мухаммад Майранов. Он призвал жителей региона использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать места массового скопления людей. Уважаемые дагестанцы, на сегодняшний день в нашей республике очень быстро растет количество новых случаев заражения вирусной инфекцией. И по информации Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, ситуация с заболеваемостью очень сильно усугубилась. В связи с этой сложившейся обстановкой, Муфтият Республики Дагестан принял и принимает ряд мер по профилактике эпидемии в регионе. Уверен, что соблюдая все правила предосторожности и рекомендации врачей, мы по воле и милости Всевышнего Создателя все-таки сможем вернуться к привычному для нас образу жизни. Убедительно просим не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора и, конечно же, наших врачей. Используйте средства индивидуальной защиты, соблюдайте социальную дистанцию и, по возможности, старайтесь избегать мест массового скопления людей. Пусть Всевышний поможет всем нам в это сложное время для всего человечества и одарит нас крепким здоровьем и чистой верой.